друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, Кирюха Варпач, Андрюша Индифай и Макс Фреш. И добро пожаловать в GTA 5 Online. Итак, друзья, мы пошли по ностальгии. Сегодня у нас старый добрый режим под названием «Самолеты против BMX». Наша задача на велосипедах доехать до конца, пройти максимально далеко до того момента, как нас взорвут самолеты. Сразу! Вот, да, примерно, собственно, вот такое и сегодня у нас и будет, да. Так, по самолетам, как же соскучился по этим самолетикам, господи. Да, полетели, пацаны. Андрюша, у кого отлетал, у кого от петуха. Давайте, парни, залетаем. Погнали. Ну все, сейчас будем мстить, пацаны, сами понимаете, да. Все они вот эти маленькие велосипедики уже поедут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я Нет! Я умер от того, что твои детали влетели в меня. Я врезался в BMX, и я взорвался. А как так получилось вообще? Так, руки розочку берем, на велик садимся, всех ебем. Давай, ой, нифига себе ты как, Андрюша, ты слушай, ты поэт, Андрюша, ты вот прям красиво сейчас зачитал. Такой выходит, и в садике такой стишок рассказывает. Да-да-да. Так, Кирюха, смотри, короче, надо багом прыгать, получается, да? Да-да-да-да. Как вот, нифига, как вы проехали? Да давай быстрее! Да чё ты не можешь проехать, господи! Нет, нет, они приближаются, пацаны, они приближаются! Тихо-тихо-тихо-тихо! Уходи! Ну всё, понятно. Ну всё, красава, пацаны. Всё, я выжил вроде как, надеюсь. Надеюсь, что это долгий эффект, что это не затянется снова на 50 секунд. Да-д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 а. Крути-крути-крути-крути-крути. Так, вот здесь остановочка, подождем. А то там что-то самолеты падают и падают и падают. Куда ехать? Так, всё. Бля, там наверх. Прямо, прямо ехать, Андрей. Там надо до конца доехать. Крути-крути педальки. Я стараюсь прям максимально быстро. Бля. Вот сюда, Андрюша, надо, вот и что. Ой, а ветка ломается, чего? Не-н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 е, ребята, не-не-не-не-не. Крысь. Так, идем на рекорд, самое главное, самому чуть не упасть просто. Как бы вероятность такая есть. Не-не-не, кто там летит? Рефьюар, Филин. Пацаны, а у нас доширак 365 дней остался. Олег, сзади! Он меня вот просто краем крылышка задел. Погнали, парни! Сейчас, не дадим им пройти. Просто не даем им пройти. Сейчас 100%. Это наш раунд, как и обычно, парни. Так что все, изи каточка, погнали. Не-не, все, все, сейчас мега аккуратно. Мега аккуратно играем. Мега аккуратно, 100%, 100%. Опа, ребята! Прям пропеллером Редлика задавил. Нормально! А что там за взрывы такие? Кто пацаны, там разбился? А нормально, что я лечу на черную тень вниз? Я думал, это кто-то летит, а это у меня какая-то херня на мониторе. Ну да, нормально. Надо, Кирюха, чинить микрофон на время от времени, понимаешь, да? Но это не микрофон, а монитор. Домой, Артемка, домой! Я у них на спавне. Так, а где они? А чё так много людей еще? Чё? Ага. Чё это здесь за сборище такое? Блин, ребята, такая далёкая прилетела. Ребята, о, чё минус один? Пацаны, а чё вы там тусуетесь, я не понимаю вообще. Я нашёл чё они никуда чувака, не едут? Который гладит, я за ним лечу. Хорош, Кирюха, хорош, давай. Так, Андрюша, а ты чё здесь стоишь? Я вот, у меня человек. Давай, дави, дави, дави. Да. Его, ещё вот тут вот у нас клиентик, сейчас оформим. А, я не дам уйти. Так это Филинс, домой, Филинс. Я уже минус 4 сделал, пацаны, чё, давай ещё. Я минус 2 сделал. А, где-то Вестерн. А, вот он где, Вестерн. Или один. Вестерн, да свидули, домой, минус 5 просто, изи каточка. Давай, кто еще, кто еще, кто вот где еще? Будет. Ай, бля, помогите, Олег, я на спавне у них. Давай, Андрюша, лечу! Нет, Андрюша, нет! Нет, ты не сядешь в самолет, ты не сядешь в самолет, ты не сядешь в самолет. Запинали, как лоха. Да, как лоха. Как Андрей меня здоровался, он умер. Все, пацаны, собрались. Наша задача дойти до конца. Давайте, это на самом деле не так уж и просто. Точнее, наоборот, не так уж и сложно. Предлагаю подождать, Олег. Думаешь? Да не, нормально, Кирюха. Я не буду ссать. Кучки, давай. Давай, поехали, поехали. Оба-на. Ломаем, ломаем забор. Поехали, пацаны. Они вон еще даже не взлетели, пацаны. Давай, 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 давай. Так что нормально. А, как бы за багом разогнался, крыса ебаная. Быстрее, быстрее, быстрее. Так это я багом разгонялся, Андрей. Ты чё, офигел? Андрюша, ты чё? Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно проехали. Так, еще пока живой. Пацаны, кто Андрюша умер, да? И Макс умер тоже. Красава, пацаны, что могу вам сказать? Багом, багом, багом. Ебал. Это что было? Ой, ой, не-не-не-не-не-не-не, встань, 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 встань. Тихо, тихо, тихо. Встань, быстрее садись. Олег, давай, давай. Быстрее садись.
Ой, страшно. Поехали. Все, просто едем, Сзади. За стеночкой. Фаза нет. Фазан? О, это было очень близко. Нормально, Кирюха, нормально. Сейчас безопасность. Да, еще далеко. Они пока доедут. Пока там подождут, понимаешь? Нормально. Что такое? Что случилось? Это чихнул. А, будь здоров. Не-не-не-не-не-не-не. Сука! Я только камеру назад поворачиваю, и там просто тупик continues. Чё, кого, бро? Самое главное, Макс, вовремя. Самое главное, как всегда, очень вовремя поздороваться. Так, парни, давайте вот сейчас реально не налажаем с вами, да? Просто полетели и сбиваем всех, просто всех. Кирюха, дистанция. Небольшая дистанция между нами. Дальняя дистанция, 1.5 метра. Ну как я не сбил, ну чё? Там мои шачи должны были задевать его. Чё за фигня? Погоди, сейчас развернемся. Разворачиваемся. Ох, ребята, сейчас кому-то. А куда это мы побежали? Куда это мы прячемся, а? А вот они, слышишь, они пропустили нас специально, и теперь повыезжали, смотри. Да, я говорю, это тактика. Ну-ка, пельмешка. Да блин! О, одного сбил! Рядышком. Хорош, Кирюха, хорош! Летит, самолет просто надо. Хрупкий на самом деле. Да куда вы назад едете-то, а? Блин. Там вот просто два человека летит. На старте стоят. Ой, это у нас тут такой... Вестерн, да? Домой, Вестерн, домой, до свидания. Так, идем на новый круг, заворачиваем, ищем новую потенциальную жертву. Сырых. Ага, кто это у нас там стоит такой? Фазанчик, да? Фазанчик. Ай, блин. Фазанчик, но фазана я зацепил. Андрей, ты что делаешь? Андрей. Ты как так-то? Вон там один человек проехал. Бери велик и езди за человеком, Андрей. Бери велик, давай. Андрей, бери велик, что ты там в чат пишешь? Фаса. Быстрее. Давай, догоняй его. Давай, Андрей. Давай, это твой клиент, Андрей, давай. Багом разгоняйся. Один на один, Андрей. Андрей, багом. Ну, кого он сейчас улетит вниз? Ну не подсказывай ему. Пробелы нам 8, алло. Андрей, пробел. Давай, Андрей. Спорю, он упадет. Мне тоже кажется. Он упадет. Молодец, блядь. О, давай глайдинг дорогу. Убегал, открывай. Вот что? Что? Велик тут, велик забирать, его обогнал. Это что за трюк, Андрей? Это что за трюк? Что самое главное, он сократил маршрут же сейчас. Андрей, тебе в другую сторону. А вон, Андрей, доедь до конца и возьми самолет просто, и все. Андрей, это Андрей чистый показ, как лохан везет просто. Ты сейчас Савченко ударится. Не сдохнет. Давай, Андрей, у тебя есть шансы. Это просто, я не знаю, агент 007. Я не знаю, как у него так получилось. Давай, чтобы он не едет, он, блядь, не разгоняет. Да на шип, нажми на тап. Да, вот, капслок там, вот. Пробел! Хорош! А он не умеет здесь забираться, блядь. Направо нажми, направо, вон туда. Да на пробел нажимай просто много раз, и все. Не надо. Не надо. Хорош, Андрюша! Бери самолет. Давай, бери самолет и взлетай. А надо на H нажать, чтобы у тебя двигатель местоположение поменял. И тут настигает вопрос, как он вообще выжил. Да, вот он смотри, как вообще? На H. Все, Андрей. Не успел, все. Все, пацаны, точно наш раунд. 100%. Просто чекайте. Сейчас все. А что это? Алло? В смысле? Так, ребят, мы продолжаем. У нас просто технически были неполадки. Кое-кто забыл заплатить за интернет, да, Андрей? Да, спасибо тебе заплатить. Большое, да, Андрей? Андрей, как можно было забыть заплатить за интернет? Скажи, пожалуйста. Я сейчас обрежу нахуй, пробую. Не, ну реально, ну по факту же, реально, а? Просто когда вылетает интернет, это вылетает не у одного человека, а у всех. Так что у нас, ребята, да. Такая вот проблема была. Они уже стартанули, А что это мы останавливаемся? Чего это мы останавливаемся? Нельзя. Рот рисом набит, не могу говорить. Что? Да, это не рис, Андрей. А где-то, а где все вообще, я не понимаю, что они не выезжают? Меня Олег подрезал. А что они? Я не подрезал, неправда. Так, Редлик. Чё, кого, бро? А что там стоит за... Да блин, почти Редлика зацепил.
был! Подожди, а кто до конца доехал? Олег, ну все получается. Не, все, так он последний был, все. Да, пацаны, это было жестко. Ну, и жестко было, Андрей, да? Да я легенда просто, я выдумал. Легенда? Легенда, когда легенда, а не. Я не спорю, Андрей, после такого не спорю. Повезло, так повезло, так и скажи, что ты начинаешь туда. Вытащил вам катку просто всю. Так мы и так и без этого выигрывали, в принципе. Кирюха, ехать, 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 ехать. Быстро, 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 быстро. Очень быстро. Очень быстро надо ехать. Очень быстро надо ехать! Куда ты едешь, Олег? Тихо, прячься! Так там садят самолеты! Прячься! Все нормально! Тихо, 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 тихо! Что такое? Стоп, взорвался, но не умер, что? Тихо, тихо, поехали, поехали, поехали. Все, ребята, едем, 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 едем. О, все, 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 упал, 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 упал. Так, 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 Олег, у тебя летит. Спокойно, куда разогнались? Там не надо тут такого. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вестер нет, Вестер нет! Откуда? Риф, блин, он отомстил, это чистая вендетта. Давай, 3, 2, 1. Ой. Да! Я поставил прям так. Я бы говорил, что было, Андрей, скажи, пожалуйста. Ребята, лайк, если я оставил. А сам говорит, это что было такое, скажи, пожалуйста. Подожди, вы вас слышали, или Андрей рыгнул сейчас? Что это было, Андрей, а что это было? Блин, ты у нас такой правильный мальчик, не рыгаешь никогда ничего. Да лови, Кирюха, его, лови, 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 лови. Так они секунды, смотри, они стоят все на базе, никто... А, нет, смотри, выехали, выехали. Опа. Редлик. Опа. Да как ты? Да как везет так постоянно под крылышком? Не все, что проезжаете-то, ну. Ща разворачиваюсь, погодите. Ща, погоди. Да как? Ну, Андрей там спалился, то что он рыгает, там все дела. Да, все это слышали, все это слышали. Ставь лайк, если слышал это. 100%, 100%. Да. Андрей, у тебя что, во рту писюны какие-то, что ли? Я котёк, ебало разобью, нахуй. Так говорит с набитым ртом, ну как так, Андрей? Такое ощущение, что тебе лицо набили, и ты такой... Быстро, быстро, быстро. Быстро, нифига, 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 втопил, 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 поехал, 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 поехал. Я гоню быстро, не падайте близко, давай, давай. Ой, не, ой, не, ой, не, ой, не, 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 ребята, 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 спокойно, спокойно, разворачиваемся, едем. А мы еще ни разу не доехали же. Да, ни разу такого не было, но вот это как раз таки... Это было очень близко, нет, пельмень, 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 пельмень. Это было очень близко. Так, все, едем, 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 едем. Меня хлопает, блядь. Быстрее, быстрее. Да, я еду, я еду, 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 еду. Причем нормально так уехал пока. По-моему, по-моему. Почему-то я первый, блядь. Ты первый едешь? Да. А так все, Макс, нас осталось тут немножко. Тихо, ребята, немножко. Спокойнее. Вы чё такие, а резкие-то? Нет, филин. Ах ты сучара! Да филин! Чё, Олег, последний заход? Давай! Сейчас сделаем это на изи. Сделаем это на изи, пацаны. Давай, я верю в нашу команду, я верю в наши силы. Самое главное, это командный дух. Не сдаемся, не сдаемся. Ну, бывает, вылетело. Да что ты, ты чё делаешь? Пацан, ты чё, нормально вообще? Дай мой велосипед, дай мой... Да чё за... Пацаны, мы же сейчас все умрем здесь. Быстрее сваливаем отсюда, уезжаем. Что это было сейчас вообще такое? Все, быстро, 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 уезжаем, 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 уезжаем. Андрюша, давай, погнали, погнали, полетели. Топил, топил. Давай, топил. Просто по прямой едем. Давай, быстрее так будет. Тихо, 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 тихо. Топил, топил, топил. Это что за трюки такие? Это нормально вообще, а? Давай, Андрюх, мы сможем. Давай, гладим, гладим, гладим. Хорошо. Топил, топил, топил. Да блин, да как обкеглю так ударить, это можно было. Вставай, давай, пьянь, давай. Олегу Габарову. Пацан, не-не-не-не-не-не-не-не. Это было очень близко, это очень было близко. Но нет, я еще жив. Я еще жив, давай, погнали. Тихо, не-не-не-не-не-не-не-не. Куда? Да ты что так? Ты нормально вообще не так низко летать-то, не надо. Бля, так, не, тут я у нас прыгивать не буду, ну нахер. Так, а мы аккуратненько. Аккуратненько, здесь не прыгать лучше. Хотя ладно, пару раз можно, пару раз можно. Распрыжка. Все, вот здесь разгон пошел. О, тихо, чуть не упал, чуть не провалился. Все, погнали, погнали, разгон, 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 разгон. А чё так дофига проходить-то надо? Там да еще... там пипец, блядь. Давай, давай, проходи, проходи. Нет, ну вообще в теории можно было, конечно, спрыгнуть вниз, как это когда-то нам показал великий Андрей, да? Ой, его высочество, да, Андрюш? К вам так обращаться надо, да? Не-н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 е
Да, по красоте. Нет, велосипед, не падай! Не падай, велосипед! Садись! Ой, садись, 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 садись! Понятно? Финише, прям, а чё, остался только один самолет, да, по-моему, только и все. Да, он в меня въебал. Все понятно, изи катка просто. Да, остался-то не самолет, остался просто человек. Это он не на самолете.
Он просто бежит там, смотри. Вот, видишь, меня здесь убили, прикинь. Кто разобьется? Прям перед финишем, блядь, это я. Не, но я в теории прошел, как бы, да, получается? Ну, осталось. Ты прошел, да. Смотри, кто там меня ждет в конце. А давай в прыжке ты крутишь. А что, самолет разбился? Давай. А, так это пельмешка, давай. В прыжке давай колесом. Но! Не получилось. Давай, давай, поехали, 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 давай, давай, давай. А так он не поднимется сюда. Он домогаться не может. Ну все, но! Снопы или с РПГ. Давай, с РПГшки, что, пожалею. Нет, снопы, давай. Думаешь, со снайперской винтовкой? Да не, пусть это будет честный бой. Пусть это. Пиздец. 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 Охуенный бой. Но самое главное, я дошел до конца. Это самое главное. А то, что мой персонаж напился и сбахнулся, это не моя вина. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Вот по такому режиму. Я надеюсь, что вы скучали, надеюсь, что вы ждали. Потому что режим реально удобный. Я надеюсь, вам это понравилось. С вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе, Андрюшин Дефай, Макс Фреш, Кирилл Варпач и наши подписчики. Все были ссылочки находятся в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну а на этом сегодня все, друзья. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока.